Здравствуйте, с вами Ашимова Лидия, и сегодня в нашей рубрике «Новости семьи» выпуске номер 8 я хочу рассказать вам о герое моего рода давних времен, прадедушке Амелине Егоре Николаевиче, о его воспоминаниях. От своей бабушки Валентины Петровны Евстратовой я узнала, что прадедушка с войны вернулся с тяжелой формой туберкулеза легких. Когда-то прадедушка Егор Николаевич рассказывал, что во время Великой Отечественной войны жить приходилось зимой в окопах. Однажды произошел такой случай. Он вспоминал, что когда они были у финской границы, они так промерзли, что пальцы ничего не чувствовали. И тут началась атака финнов. А они были такие юркие, на коротеньких лыжах, без оружия, но с финками. И один из них направился в сторону прадедушки Егора. Прадедушка думал, что ему придет сейчас конец, но сработал инстинкт самосохранения. Как только финн навис почти над ним, он выставил вперед штык, и финн на него наткнулся. Вот такая история случилась с моим прадедом. Я очень горжусь своим прадедушкой. Он сильный, смелый и дошел до конца, выжил.